Вот мой коллега Сергей Муравьев не собирается менять свой график работы, и сейчас наша постоянная рубрика «Я. История. Слово автору». В первой половине 17 века, после смутного времени и вошествия на престол Михаила Романова, Ярославль превращается в один из центров торговли после Москвы и Казани. Тогда еще не было купеческих гильдий. Самые богатые и уважаемые негоцианты входили в число государевых гостей, высшую корпорацию русского купечества. По всей России таких удачливых купцов насчитывалось не более 30 человек. Причем 8 из них – ярославцы. В данном случае слово «гость» образовано от древнерусского «гостьба», то есть торговля. Отсюда и гостиный двор, то есть место, где складывали товар. В государевы гости можно было попасть, только имея годовой доход не менее 20 тысяч рублей. Для сравнения, русский боярин получал в год 700 целковых. Представители этой купеческой аристократии были подсудны только царю. Могли выкупать и передавать по наследству вотчины, свободно ездить за границу и так далее. За эти немалые льготы государевы гости были обязаны вести только оптовую торговлю, заниматься также казенными товарами, такими как вино или соль, и возмещать недобор в казну из личных средств. Одним из первых в России коммерсантов, получивших статус государева гостя, был ярославский купец Епифаний Андреевич Святешников, известный в городе под именем Надея. Епифаний в короткое время стал крупнейшим агентом по закупке иноземных товаров для царского обихода. Ко всему прочему, Надея занимался разработкой медных рудников, добычей соли и экспортом икры, имея интерес на огромной территории Московского царства. С 1620 по 1622 годы в своей усадьбе на Волжском берегу купец строит первую в городе каменную церковь Николы Чудотворца, покровителя торговли и мореплавания. Этот храм больше известен как церковь Николы Надеина, названная так в честь своего основателя. Увы, благополучная и богатая жизнь государева гостя закончилась трагически. Из-за одной неудачной коммерческой операции с пушниной Епифаний Андреевич задолжал государству огромную сумму. А законы тогда были жестоки. В руки палача могли попасть и холопы, и знатные купцы. Не имея возможности возвратить долги, Надея был взят под стражу. Каждый день заплечных дел мастер бил престарелого купца батагами, да так, что у Епифания не выдержало сердце. И в 1645 году, не выдержав пыток и позора, Епифаний Андреевич скончался. Похоронен государев гость Надея Святешников в подклете им же выстроенного храма.